Привет, рыбакам. Хочу показать воблеры, на которые я в последнее время ловлю свою рыбу. Эти воблеры я выписываю в eBay с Китая. Мне приходят. Я на них очень неплохо ловил в этом году рыбу. В этом году открыл для себя их. Хочу вам посоветовать тоже. Очень эластичные. В воде играет прям как настоящая рыбка идет. И окунь, жерех, дёбель. В основном вот эти воблеры для жереха лучше. Ну, дёбель, окунь тоже берет. На мелководье где-нибудь, где течение. Очень хорошо себя ведет себя в воде. Много прорезей, из-за этого гибкость. И рыба лучше берет. На всякие блесна, железки. Я вот пробовал кидать, ловить. Почти результат нулевой был. А как вот начал вот этими рыбачить, сразу результат стал лучше. Во много. Появилась рыба. Так, как его еще открыть? Есть такие, потом вот такая есть, как похоже на форель. Сейчас открою, покажу тоже. На это очень хорошо щука ловится, берет. Такая вот. Ну, она в основном поверху. Метр до полтора, где-то до двух уходит. Всего лишь не глубоко. Есть такие еще с носиками. Вот, как вот это. Вот это больше она по дну идет. Ну, у этой крючочки. Тройнички слабенькие, конечно, надо менять, типа вот как вот на эти, вот эти он столистые, они цепляются хорошо и не разгибаются, а эти гнутся. Ну это, конечно, вот эти лучше качество, чем вот эти. Но на них тоже берет и окунь хорошо, ловил я со дна, особенно судак. Вот советую приобрести и половить рыбу на них. Мне они понравились очень. Не знаю, как кому будет. Кто на что рыбачит. Но воблеры я открыл для себя. В последнее время только рыбачу на воблеры. Там вот такие все. Такая вот потемнее. Ну, это в основном на щуку, на судака. На сама даже пойдет. Такая вот.
такая вот тоже маленькая рыбешка. Тоже на всю рыбу, на всех хищников. Для всего хищника. Все любит ее. Вот такая вот. Тоже играет замечательно вот это. Передний. Маленько в бок. Для игры. Идет хорошо в воде. Тройничочки острые очень. Цепляется. Эластичность. И стоят они там недорого. Если выписывать с Китая, где-то одна выходит около 2 €. А если покупать в Германии такую, где-то от 8 до 15 € колеблется. Ну, в зависимости от магазина. Так, это такая вот. Цветом. Вот эти в основном идут на жереха. Хорошо. Вот эти. Две. Хорошо жерех на них идет. Мне же приятно в руке брать, как рыбка, прям настоящая. Как настоящая рыбка, прям. Ну вот, советую. Кому понравилось, ставьте лайки. Рассказывайте, делитесь, на какие вы снасти ловите. Ну, я вот на эти перешел. И ночью рыбачу на них. И днем. Но сама есть побольше. На щуку, но сама на крупного, если. Тогда надо и ставить и тройники больше. Но сама, если вы рыбачите на щуку. И желательно поводок, чтобы был. И шнур. Чтоб не оставлять такую красоту на дне. Всем пока. Ставьте лайк, кому понравилось. До следующих видео. Чао-чао.